первым живым концертом. С первым живым, блять, концертом. Вот. Подходите, не стесняйтесь, танцуйте, кайфуйте. Ну, типа, делайте что-нибудь. Я не знаю, прикольно. Вот. Владимир Епифанцев живет тут. Я поздоровался с ним. Да, я тоже увидел его, я обнял его. Да-да-да-да-да. Запускал в его квартиру. Вот, ну, в общем, здравствуйте, блять. Мы группа «Сестры». Слышу только Гришина, но мне заебись. А трек-лист только у меня в телефоне, поэтому нужно говорить пацанам, что там будет дальше. Так не, нормально сыграли, чего вы переживаете? Не, это новый стих, извини. Сейчас. Это не те предъявы, чувак. Это предъява басиста скорее. Я думаю, мне просто такой песни, я люблю создать членов. Да, блядь, ищу я трек-лист. Вот он. Вот, я нашел следующую песню. Убери, пожалуйста, пиво.
Блять, а... Ну чё как? А, просто... Сегодня второй концерт группы «Сёстры», а мы вчера просто играли на... Там, где я мог бегать, типа, всех задевать. Сегодня не могу. Я не знаю, если выйду в зал, я же не буду ничего слышать. Нормально. Ты думаешь? Нормально. Давай отыграем следующую сложную песню, а дальше легкие начнутся. Yeah.
может, здесь. Хотя да, но у себя я слышу охуенно. Нахуй, вступлю, когда хочу, блядь. Счастливый мой день!
Красавчик! 171 номер в гардеробе у кого? Кайф. Не ваш или, простите? Какой номер? Секундочку. Спасибо. Все. Дальше хуже, ребят. Если вам нравится, еще я умру.
Thank you.
Спасибо, вы прекрасны. Следующая песня для танцев будет. Вау! Это прям зуб выбил? Давай подарю тебе футболку и две книги. И поцелуемся. Вот это, да? Максим, это реально кровь, блин. Ты знаешь, я готов, чтобы Макс меня тоже уебал сейчас, потому что, сколько я его знаю, у меня ни одной, блядь, футболки, ни одной книги, блядь. Я не могу поцелуя, да? Что я не могу?
Пустота!
из тех ребят, что долго не выебываются. Это я. Это слово другого сестры. Ну, одну песню сможем, потому что сестры. Допустим, это будет песня «Метро». Но если только «Блюз» Толя споет. Бля, это будет охуенно. Я не умею петь. Да, это будет охуенно. Давайте, давайте «Метро», а потом «Блюз» пойдет. Сколько денег? Сколько денег у вас с собой? «Метро». Петербургское «Метро». Спасибо. Теперь песня «Блюз» в исполнении. Ты сможешь это сделать. Давай буду играть на гитаре, а ты петь. Ребята смогут, я думаю. Извиняюсь. Я вот пою, Толя, я вот пою. Пока я жив, я буду петь. Давай ты переходи в основной. Ребята, правильно. Ребята должны петь, ну, потому что я не могу... Донышко бутылки в потолок. Не могу играть и петь. Thank you.
спасибо, это была группа «Сестры». Вы великолепны, блядь, охуенно. Спасибо, ребят.